Да и не только на льду, наверное. Ребята перед началом выступления сказали сами, это соответствует действительности. Вот это номер. Да? Так надо ручки взять. Да, это круто. Сыграла я тут бабку. Да, она очень трогательна. Татьяна Навка, Марат Башаров, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-8, 6-0, средний балл, 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, средний балл, 6 баллов ровно. Общий балл, 12 баллов ровно. Мы катали на 12. И в этой дуэли сильнейших у нас ничья. Идит Станиславна. Я счастлива. Я увидела то, что должно жить у нас в искусстве. Во-первых, человек должен помнить. Во-первых, Утесов – это наш Фрэнк Синатра. Это наш Утесов, и он сегодня звучит. Это же гордость наша. И это замечательно. И главное, такая сцена, эмоциональная, нежная старость. Старость такая, которая у каждого будет, но она должна быть красивой, должна быть сильной, должна быть как вот этот пируэт, вот, который сделала Татьяна. Вот такой она должна быть. У нас еще есть порох в пороховницах. Мы не будем стареть, мы просто будем просто немножко старше. Спасибо за замечательный сюжет, который я увидела, за музыку, за исполнение и, конечно, за постановку. Спасибо! Спасибо! Антон, Марата не было на нашем проекте, но, как мы видим, он хорошо тренировался дома, по всей видимости. Да, поздравить можно ребят с успешным возвращением. Мы очень рады видеть вас снова вместе. И номер получился великолепный. Я бы его назвал, знаете, такой интеллигентный юмор. Мне очень нравится такое направление. Ну и Таню, я помню, какая она была, когда мы были совсем-совсем юными. А теперь я буду знать, какая она будет через 100 лет. Состарился, конечно. Пока его не было, конечно, состарились. Смотрите, как долго их не было. Как долго мы их ждали. Да, вместе. Смотрите, какие они стали. Редкий номер. По уму, по таланту, по красоте, по внутреннему состоянию. Просто редкий. Это самая любимая песня нашей семьи. Всегда собирались гости. Приходил наш друг Володя Панченко, директор госконцерта. Он садился за рояль, и собирались все выдающиеся музыканты. И всегда пели. И что мне в жизни сетовать на то, что ночи длинные, еще полны рассветами, те ночи соловьины. Такое вам огромное спасибо от меня сегодня за эту прекрасную память. За Утесова, за эту музыку, за эту потрясающую композицию прочувствованную. Какой же это восторг, что действительно, что у нас такие артисты работают и такие талантливые люди, что они могут заглянуть в будущее. И мы вместе с ними. И всегда Навка будет такой красивой. Как она и есть, какая бы она ни была, хоть ей 100 лет будет, а может даже и 200. Спасибо вам. Вот знаете, как говорят, уважение. Неужели выбор этой темы был продиктован, Марат, тем, что еще нога дает о себе знать, твоя поломанная, и как-то в возрастном вот амплуа ты можешь себя чувствовать увереннее? Прежде всего, я бы хотел сказать спасибо Тане, и сейчас, одну секундочку.
О, боже мой. Ромашки. Тань, какая ты счастливая. Это цветы... Дождалась она его. Это цветы ромашки. Я, Таня, я тебе очень благодарен, что ты меня дождалась. Это любимые твои цветы. И на самом деле ромашки – любимые цветы Леонида Ильича Утесова. Вот, я говорю тебе огромное, огромное спасибо за то, что ты меня дождалась. Я очень рада, что вот мы сегодня вернулись. А дуэль у нас была сегодня непростая. С таким молодым зажег старуху. Раззадорил, можно сказать, Ромка мой. Спасибо большое вам, молодцы.